Заседаний министров не будет, пока Конституционный суд не разъяснит полномочия действующего правительства по просьбе президента Майи Санду. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Аурелио Чукой. Ждем решения Конституционного суда, чтобы точно знать, что можем делать, а что нет. Care este mandatul unui guvern interimar. Ce putem adopta și ce nu putem adopta. Чукой также прокомментировал уход Сергея Пушкуца из Министерства финансов, Анатолия Усатова из Минэкономики и Виорики Думбревяну из Минздрава. Правда, глава государства указ об их отставке не подписала. Если мы будем настаивать на их принудительном возвращении, это станет нарушением их конституционных свобод. Они уже работают на других должностях. Руководство их министерствами переняли госсекретари. Пушкуца вернулся на пост главы налоговой службы. Думбровяну теперь советник председателя парламента Зинаиды Гречаной. Усатый сообщил, что пока не занял новую должность. Мы также обратились за комментарием в пресс-службу президента. Но там на звонки не ответили.